Накануне вечером движение на улице Бакунина было затруднено из-за дорожно-транспортного происшествия. Под колеса автомобиля попал ребенок. Водитель иномарки не смог заметить мальчика, который выскочил на проезжую часть. Участок двухполосной дороги с односторонним движением. Машины ориентируются на сигналы светофора. Когда сгорелся зеленый, они направились в сторону Кулакова. В этот момент ребенок решил перебежать полосы. Водитель затормозил, но авто все равно задело малыша. Несовершеннолетнего увезли на скорой. Самого момента столкновения я не видел, потому что там кустарник вот во дворе. Но я видел, что машины шли очень-очень быстро, видимо, загорелся светофор на перекрестке. И мальчик в это время, когда машины вот так вплотную часто одна за другой шли, стал перебегать. Вот и вся история.